1 октября стартовал осенний призыв. Около 7 тысяч кубанцев пополнят ряды вооруженных сил России. В их числе будут и славянские новобранцы. Славянский военный комиссариат гостеприимно распахнул свои двери перед призывниками. Многие из них уже успели закончить техникумы и институты. И вот для них пришло время службы в российской армии. Порядка 170 юношей попадают под осенний призыв 2017 года в Славянском районе. Призывная комиссия, председательствует в которой глава муниципалитета Роман Синеговский, в ходе работы общается с призывниками, изучает их личные дела, пожелания, и на основании этого принимает решение, в какие войска направить будущих защитников Родины. На данный призыв, значит, вызываются граждане 90-х, 99-х годов рождения. Призыв закончится 31 декабря. Значит, план заданий, который мы на сегодняшний день имеем, это в пределах 170 человек, мы должны отправить вооруженные силы. Армия – это настоящая школа мужества. Служба в ней вырабатывает характер, укрепляет духовно и физически, учит работе в коллективе. Поэтому парни охотно идут служить. Ну, пришел с отличным настроением к армии, готов служить. Служба в армии – это наш долг конституционный. Сергей Худенко закончил техникум железнодорожного транспорта. Он не ищет для себя легких путей, хотел бы служить в военно-воздушных войсках. Желаю отслужить, естественно, как и все. Хотелось бы военно-воздушный, честно говоря, пойти. Настроение отличное, так что хочется служить. Призывная кампания продлится до 31 декабря. До этого срока все призывники должны быть распределены по своим воинским частям. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».